диспетчерский комплекс «Обь» предназначен для отслеживания состояния лифта и обеспечения голосовой связи диспетчера с пассажиром лифта. Информацию о состоянии лифта получает лифтовой блок, который по сети интернет передает ее на диспетчерский компьютер. На диспетчерском компьютере состояние лифтов отображается в виде квадрата. При отсутствии ошибок – квадрат серый. При наличии ошибок или вызова диспетчера, квадрат имеет соответствующую картинку на красном фоне. Диспетчер также может наблюдать движение лифта по этажам, состояние дверей, наличие пассажиров в кабине лифта, наличие вызовов и приказов. Программное обеспечение накапливает статистику работы лифта, ведет журнал событий, произошедших на лифте, сохраняет переговоры диспетчера с пассажиром. Лифтовой блок поставляется в коробке. В ней находится, собственно, лифтовой блок, кабель питания, кабель для подключения к станции управления лифтом, кабель для подключения к сети интернет, датчик охраны машинного помещения и ответные разъемы для подключения к лифтовому блоку. В лифтовом блоке у нас есть отверстие для сброса лифтового блока в заводские настройки, кнопка для включения лифта, индикатор, показывающий режим работы лифта, есть питание от сети или идет работа от аккумулятора, USB-разъем для настройки лифтового блока, разъем для подключения сервисного прибора, индикатор связи со станцией управления или наличие ошибки, которую зафиксировал лифтовой блок, отверстие под микрофон, кнопка вызова диспетчера из машинного помещения, три индикатора, показывающие различные режимы работы лифтового блока. Разъемы. Разъем для подключения 220 вольт. Для подключения станции управления лифтом. Для подключения к сети интернет или локальной сети. Зеленые разъемы предназначены для подключения датчика охраны машинного помещения, микрофона, динамика и кнопки вызов кабины лифта, различных дополнительных сигналов, а также перемычки подключения встроенного аккумулятора. Сверху на крышке лифтового блока написан MAC-адрес данного устройства и его идентификатор, которые присваиваются на заводе при производстве и используются при настройке и подключении лифтового блока. Подключаем лифтовой блок к сети. Видим, что загорается индикатор питания и горит непрерывно. Загорается индикатор ошибки, потому что лифтовой блок не подключен к станции управления лифтом. Из имеющегося разъема, датчика охраны машинного помещения, перемычки и модуля переговорной связи создаем конструкцию, которая нам понадобится для моделирования работы комплекса. Модуль переговорной связи устанавливается в кабину лифта и обеспечивает связь. Здесь есть микрофон и динамик. Также в кабине лифта располагается кнопка «Вызов». Датчик охраны машинного помещения устанавливается на дверь машинного помещения и при размыкании подает сигнал на лифтовой блок. В разъем мы не только подключили датчики и модуль, но и установили перемычку включения встроенного аккумулятора в лифтовом блоке. Включаем зеленый разъем в лифтовой блок и отключаем кабель питания 220 вольт. Видим, что индикатор стал мигать. Это говорит о том, что лифтовой блок стал работать от встроенного аккумулятора. Для настройки программного обеспечения и самого лифтового блока мы должны подключить лифтовой блок к USB-порту компьютера через кабель мини-USB. Подключаем кабель к соответствующему разъему компьютера. Видим, что под включенным разъемом стали мигать лампочки. Обмен информацией между лифтовым блоком и компьютером установлен. Соединив таким образом все элементы, мы можем моделировать открытие-закрытие машинного помещения. Нажав на кнопку «Вызов», мы можем имитировать сигнал вызова из кабины лифта, а также проверять голосовую связь между диспетчером и кабиной лифта. Устанавливаем компьютерное обеспечение на компьютер. Для этого заходим на сайт lkds.ru. Заходим в раздел «Программы», загружаем программное обеспечение, запускаем установку программного обеспечения. Загружаем драйвер для подключения лифтового блока к компьютеру через USB. Запускаем установку драйвера. Подключаем лифтовой блок USB кабелем к компьютеру. Проверяем в диспетчере устройств компьютера, что появился ком-порт. Это ком-порт номер 7. Загружаем программу настройки лифтового блока. Подключаемся к лифтовому блоку по компорту номер 7. В
В собственных параметрах вводим ключ доступа к лифтовому блоку. Необходимо проверить соответствие идентификатора и MAC-адреса, которые указаны на нижней крышке лифтового блока. В параметрах лифтового блока мы должны ввести IP-адрес лифтового блока в соответствии со схемой 192.168.0.1, а также датапорт, через который лифтовой блок передает данные через компьютер, и голосовой порт, через который лифтовой блок передает, принимает голос от компьютера. По умолчанию это 46.3.0 и 46.2.0.1. Состояние кабель написано «кабель off», потому что кабель отключен. Сохраняем параметры. Изменяем параметры сетевой карты компьютера в соответствии со схемой. Подключаем сетевой кабель к лифтовому блоку и компьютеру. Обновляем состояние сетевого подключения. Убеждаемся, что кабель подключен. Подаем команду «Ping» с компьютера, чтобы убедиться в доступности лифтового блока с компьютера. Убеждаемся, что команда проходит. Запускаем приложение LKDS Pro CFG. В нем, так же как и в лифтовом блоке, указываем порт данных и порт голосовой. Ключ вводим такой же, как и в лифтовом блоке. Вставляем IP-адрес лифтового блока, а также описываем порт данных и порт голоса. Применяем эти данные и убеждаемся, что связь с лифтовым блоком установлена. Закрываем все приложения. Теперь нам нужно описать географическое положение лифтового блока. Для этого мы загружаем приложение M-Pult Pro. Для ввода параметров входим в режим администратора. Пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим название улицы, вставляем номер дома. Далее вставляем, собственно, лифт, номер подъезда, индекс лифтового блока. Индекс лифтового блока должен быть тот же, который мы определили. Вот он, индекс лифтового блока. Переходим в режим оператора. Прямоугольник имеет красный цвет. Это говорит о том, что лифтовой блок зафиксировал ошибки. Открываем и видим, что есть надписи о том, что открыто машинное помещение и нет связи с MCS. Если мы поднесем к датчику машинного помещения магнит и надпись об открытом машинном помещении исчезнет, мы можем отключить кабель питания от лифтового блока и дождаться появления состояния, что лифтовой блок у нас работает от аккумулятора. Вот мы дождались, и появилась надпись о том, что лифтовой блок перешел на питание от аккумулятора. Вставляем кабель питания в лифтовой блок, убеждаемся, что состояние прекратилось. Переходим в режим администратора. В общих параметрах лифтового блока выбираем способ работы с голосом через звуковую карту компьютера. Возвращаемся в режим оператора. Нажимаем кнопку вызова на лифтовом блоке. Видим пиктограмму. Жмем на нее и открываем. Направление передачи звука лифтового блока переключается левой клавишей Ctrl на клавиатуре. Мы также можем проверить голосовую связь с кабиной лифта.
Включаем связь с кабиной лифта. При этом звук будет идти через модуль переговорной связи. Таким образом, мы настроили диспетчерский комплекс для работы по LAN. Лифтовой блок может быть связан с компьютером не только по локальной сети, но и через сеть интернет, в частности, через эфирный интернет. Для этого нужен маршрутизатор с 3G-модемом. В него устанавливается сим-карта с тарифом, позволяющая обмениваться данными. Маршрутизатор подключается к сети, модем находит сеть провайдера и сигнализирует об этом. Мы убираем LAN-кабель, идущий от компьютера к лифтовому блоку, и вставляем его в соответствующий разъем маршрутизатора. Вынимаем конфигурационный кабель из компьютера. Компьютер подключаем к внешней стационарной сети интернет, имеющей статический IP-адрес. Изменим способ передачи данных от лифтового блока к компьютеру. Применим в качестве точки доступа для лифтового блока 3G-интернет, а в качестве точки доступа диспетчерской — точку доступа проводную со статическим IP-адресом. Введем параметры точки доступа диспетчерской в сетевую карту компьютера. Вводим протокол TCP/IP4, параметры, которые дал нам провайдер. Проверяем правильность введенных параметров. Убеждаемся, что у нас есть выход в интернет. Заходим на сайт lkds.ru. Соединяем маршрутизатор и компьютер. Загружаем программу настройки лифтового блока. Подключаемся по COM-порту. В собственных параметрах тип соединения выбираем DHCP. Сохраняем. Проверяем, получил ли у нас лифтовой блок от маршрутизатора IP-адрес. Для того, чтобы лифтовой блок, имея динамический IP-адрес, смог передавать данные в диспетчерскую, в закладке связи лифтового блока нужно ввести параметры диспетчерской, то есть описать связь. До этого мы описывали связь диспетчерского компьютера и лифтового блока в самом компьютере. Вот так это выглядит. В данном случае мы должны ввести связь в сам лифтовой блок. Идентификатор этой связи — вот это число. Ставим его сюда. Порт данных и порт звука — те же самые, что и указаны в собственных параметрах компьютера. IP-адрес — это статический IP-адрес диспетчерского компьютера. Сохраняем. В настройках программного обеспечения диспетчерского компьютера мы в связи с лифтовым блоком уберем IP-адрес, так как мы его не знаем. Поставим 4.0. Сохраняем. Применим параметры. Далее, что нам нужно сделать? Лифтовой блок передает данные на компьютер первым. При этом средства защиты компьютера могут не пропустить эти данные. Таким образом, нам нужно изменить настройки безопасности компьютера. Для этого в панели управления в настройке Firewall Windows мы добавляем приложение, которое будет обходить эти защиты. Мы добавим приложение, которое находится в установленном дистрибьютиве на диске D в папке LKDS Pro EN. В папке LKDS Pro приложение LKDS Pro. То есть мы добавили в исключение Firewall Windows правила. Разрешили сервису поддержки лифтового блока Pro получать данные от лифтовых блоков. Таким образом, мы увидели, что связь появилась. Мы еще раз загрузим модуль настройки связи с лифтовыми блоками и увидим, что лифтовой блок в настоящее время имеет IP-адрес вот такой, и он поставляет данные от порта 3582. Точно так же мы сейчас, если вызовем программу диспетчеризации, то увидим состояние лифтового блока, сможем, используя датчик охраны машинного помещения, устранить это состояние или сделать так, чтобы оно опять появилось. Можем включить голосовую связь. Мы убедились, что связь с лифтовым блоком через эфирный 3G-интернет установлена. Состояние «нет связи с MCS» говорит о том, что разъем последовательного канала лифтового блока не соединен со станцией управления лифтом. Таким образом, следующим этапом будет перенос лифтового блока в реальное машинное помещение и подключение его к станции управления для снятия реальной информации от лифта и обеспечения переговорной связи.